И в завершении выпуска важная информация для жителей Заполярья. В Ненецком округе ожидается резкий перепад температуры, а также усиление ветра до 14 метров в секунду и гололед. Такие погодные условия продлятся до конца недели. Об этом нам сообщили в Нарьян-Марской гидрометеорологической станции. 21 ноября по городу Нарьян-Мару ожидается облачная погода. Днем будет мокрый снег, метель и гололед. Температура будет днем от минус 1 до плюс 1, что и будет способствовать образованию гололеда, то есть нарастание атмосферных осадков, которые будут в виде снега и мокрого снега на предметы, охлажденные до 0 и ниже градусов, что образует плотный слой стекловидного льда на этих предметах, то есть образование гололеда. Также у нас будет ветер. Ветер будет юго-западный и западный до 14 метров в секунду. Главное управление МЧС России по Ненецкому округу призывает жителей региона соблюдать осторожность, а также напоминает о правилах передвижения пешеходов в условиях гололеда. Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде. Откажитесь от высоких каблуков и подберите нескользящую обувь. Смотрите себе под ноги. Старайтесь обходить опасные места. Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги, не торопитесь и тем более не бегите. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях. Руки по возможностям должны быть свободны. Старайтесь не носить тяжелые сумки. Не держите руки в карманах, это увеличивает вероятность падения. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Помните особенно опасное падение на спину, вверх лицом, так как может случиться сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи. Добавлю, водителям транспортных средств необходимо соблюдать скоростной режим, быть бдительными, совершая маневры на скользких участках дороги.